теперь давайте друг другу похлопаем, дорогие друзья, молодцы, проснулись. В шатре фонд «Ярдан помощь» прошло праздничное мероприятие для детей с нарушениями здоровья. Депутат Казанской городской думы, вице-президент общенационального благотворительного фонда Малика Гильмудинова была инициатором праздника, который уже становится традиционным. Дорогие дети, уважаемые родители, пусть же в каждый дом придет радость, счастье, благополучие и крепкое здоровье. И пусть у каждого из вас исполнится самые заветные желания. Я благодарю всех вас, что сегодня вы вместе с нами. И хочу выразить огромную благодарность тем, кто оказал неоценимую поддержку в организации этого мероприятия. Хочу выразить огромную благодарность спонсорам. Это торговый комплекс «Тандем», это Александру Воронцову и компания «Воронцовские сыры», а также всем, кто участвовал в данном мероприятии. Низкий вам поклон, всем спасибо, кто пришел. С наступающим Новым годом! Всех благ вам, здоровья и благополучия в семьях. Конкурсы с наградами, сказка от творческого коллектива Центра Заречья, подарки от благотворителей – все это для праздничного настроения, которое дети унесут с собой в Новый год. Спи, ёлочка, бай-бай, молодцы, ку-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 
Все готово, праздник, школа, Новый год! Хотим сказать огромное спасибо Малике Ханам и нашему Марату Рафаэльевичу, он председатель общества инвалидов Кировского района. Вот эти положительные эмоции нам помогают, скажем, жить дальше и не сдаваться. Хотим сказать большое спасибо ЕРДМ за поддержку и помощь таким ребятам. Для них это большая помощь, для них это поддержка, что они все вместе, они все рядом. Они куда-то выходят, они не сидят дома. Про них люди узнают и не боятся уже, как раньше. Хотела поблагодарить ЕРДМ, мечеть, всех учредителей, причастных к этому событию. Каждый выход наших деток и нас – событие. Мы любим общаться, встречаться с друзьями, поэтому очень хорошо, что проводятся такие мероприятия. Мы очень благодарны.